ты слышишь, слышишь, как сердце стучится, стучится по окнам, по окнам, по крыше, как дождик, твой нерв на исходе, последняя капля, последний луч света, последний стук сердца. Ты видишь, видишь, умирает в огне преисподней сиреневый мальчик. Он сильно напуган, подавлен, он пишет картину. Я стукну в окошко хвостом своим, пролетая над домом яркой кометой, рассекающей вечности темное небо, ты выйдешь из кухни в ситцевом платье. Чтобы последний раз повидаться, «Спираль» — это по которой Артур Смолянинов уехал от Тани Татьмяниной. Хорошо, что он вернулся. Хорошо, что хорошо кончается. Это было очень трогательно. Кстати говоря, на этой